Соя, сорт Prudence. Сегодня 20 июля. Норма высева где-то 450 тысяч, что примечательно, да, что здесь, если сравнивать с другими посевами, не широкорядными, с сплошным севом, с междурядьем, а 12,5, ну или чуть шире, то здесь уже есть бобики, да, в нижнем, ну то есть они уже до среднего яруса сформировались, и верхний ярус отцветает, ну то есть уже вот, так выглядит соя в нижнем ярусе. Естественно, тут все закрыто, междурядью 45 сантиметров, посеяна сеялка и John Deere. Вроде бы. Вот такая вот соя интересная. Высота сантиметров, ну, под 90. Красивая. И погода в целом. Но этот год, да и прошлый год был такой соевый год. Как это подмечается? Подмечается выпадением осадков во вторую половину вегетационного периода. И в раннюю, просто по, допустим, по ранним срокам развития, по севу, по началу посевной сои, казалось, что, скорее всего, и потом уже по развитию, казалось, что, наверное, будет смещение, сильное смещение дней на 10-15 дней в осень, допустим, если обычно соя созревает, этот сорт созревает с 20 там по 5, с 20 августа по 5 сентября, то ощущение было, что, наверное, если что-то и созреет, то начало будет с 14-15 сентября и уже до конца сентября. Сейчас пока все идет такими стабильными темпами. Соя развивается, завязывает бобики. Мощная вегетативная масса. Выпал дождь. Естественно, соя отреагировал на осадки. Есть клубеньковые бактерии. Поэтому все вроде бы на стороне сои. Так что этот год сам по себе. Начало было страшное, сейчас вроде бы все выровнялось. Природа регулирует. Поэтому эта климатическая зона очень благоприятная для возделывания многих культур.